Бурятии резкого подъема воды в реке Селенга не прогнозируется. В связи с прошедшими осадками наблюдается постепенный подъем уровня воды. Прорыва дамб на территории Бурятии и Монголии нет. Вчера от оперативного дежурного ИДДС Кяхтинского района поступила информация о том, что в связи с повышением уровня воды в реке Селенга подтоплено 19 придомовых территорий в населенном пункте Наушки. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия постоянно проводит мониторинг обстановки и держит ситуацию на контроле.